Девчонки, привет! Не поверите, сейчас пойду кота вылавливать. В общем, забежала домой, у нас дождь, взять зонтик и куртку переодеть. Вчера шла, забирала Миленку из школы, и смотрю, у нас объявление, прям, ну, где объявление возле школы висят, и написана фотография, потерялся, в общем, кот такой красивый, обалденный, просто сегодня. Мы проходили по улочке, и котик мяучит вот прям под машиной. Ну, а Миленка маленькая, она же у меня кошатница, такая же, как и я. И, в общем, кис-кис-кис-кис, и вылазит вот этот котик, который на фотке был. В общем, я возле школы сорвала объявление, позвонила, и хозяйка говорит, ой, вы, ну, объяснила, где я видела ее кота. Она говорит, ой, вы не могли бы, видать, ну, по голосу женщина в возрасте, не могли бы со мной вместе пойти и помочь, в общем, выловить своего кота. Так что я сейчас собираюсь и иду, как спасать, не спасать, возвращать домой блудного сына. Надеюсь, нам удастся его все-таки поймать, потому что как бы в руки он не дается чужим. Ну, услышит голос хозяйки, я думаю, что... Ну, не могу я вот такой вот, я человек, не могу. Я помню, как у меня Тато пропал, и я 3 месяца сама не своя была. И представляю, что женщина, тем более, если пожилой человек, и кот уже такой в возрасте. Ладно, пойдем искать котика. А вот и моя звезда экрана. Тики, я твоего собрата сейчас ловить пойду и хозяйке отдавать. Ладно, побежала я, девочки. Ну все, девчонки, я дома. Сейчас буду готовить завтрак. Купила хлеб, кота поймали. В общем, хозяйка довольна, кот, я надеюсь, тоже. Так что не зря я позвонила. И смотрите, думала, с утра отведу Милен, вернусь домой и буду готовить, ну, делать маски. Но немножко задержалась. Так что маски сейчас буду делать, после завтрака. Вот смотрите, какая субстанция получается. Такая она. Гелеобразная, и 5-6 слоев нужно нанести, и будет вот такая подтягивающая, натуральная, безвредная маска. И вот так вот я последнее время завтракаю. В общем, готовлю смузи, второй пакет шпината доедаю. Вот это здесь сколько его тут осталось, он, видите, уже немного. Вот этот весь шпинат пойдет сейчас в блендер. Чайная ложка семян чиа, затем апельсин и один банан. И вот такой у меня будет завтрак. Вот так, вот так. Иди сюда, иди сюда. Слышите, как мурчит? Ой, ты мой пушистик синеглазый. Моя девочка, моя сладенькая. Моя, ой, так, Каля, Каля, соскучилась, целый день проспала, представляете? Наверное, и кушать не ходила. Ой, моя хорошая, ты кушала или нет? Признавайся, признавайся. Ой, вычесывать уже надо ее, вчера мы не чесались. Раз в 3 дня надо вычесывать. Вообще, наверное, каждый день таких пушистых. Но я ее раз в 3 дня вычесываю. Но у нас очень не любят это дело. Да, ну очень не любят. Да. Красотка ты моя. Красотка. Ой, моя хорошая. Моя ты золотая. Моя ты золотая. Кто-то меня спрашивал, сколько Тикунете лет. По-моему... 8, да, 9, в 2011 она у нас родилась, да, 9 будет в этом году, в мае 9. Моя ты красавица. Она когда родилась, она была полностью беленькая. Она когда маленькая была, чуть-чуть такой сероватый носик, а потом вот такая вот стала красавица. И детки у нее тоже все. Сейчас она уже у нас прооперирована, а то и детки у нее тоже рождались беленькие, а потом вот ушки темненькие становились. Да, моя хорошая. Так, ладно. Ладно. Ой, да ну-ка, куда, скажи, ладно, я еще хочу, да? Еще хочу. Давай, пока папа не видит. Как ты тут на кровати возлегаешь? А, кусаться, кусаться хочешь. Ты же у нас не кусаешься. Ты же у нас не кусаешься. Так, тики, тики.
Все, 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 все. Так мы с тобой не договаривались. Все-таки животные, девочки, они чувствуют, когда их хозяева не в порядке. У меня кошка целый день проспала на кровати, на моей половинке. Сейчас вот я села, включила камеру, и она пришла. Обычно она этого не делает. Даже если она находится со мной в комнате, то она лежит себе тихонечко, а тут прям на руки пришла. И, кстати, при том она у нас не ручная совсем. Да, моя хорошая, моя девочка. Мамина девочка, да. Иди, иди, красавица. Девочки, нашла платье. Я так давно его не надевала. Я как похудела, так вот что самое интересное. Когда ты худеешь, ты то ли в плечах тоже. Вот в плечах-то оно мне было хорошо. А тут даже в плечах, ну как большое, вот видите, торчит. Ну ладно, для дома сойдет. Я, девочки, полночи проплакала. В общем, не спала. И, ну, в общем, мы бабы дуры. Не надо никого слушать, и нужно жить своим умом. Иначе вот будет так, как со мной. Но, ну, знаете, как говорят, капля камень точит. Так вот и у меня. Я с мужем сильно поссорилась. И, ну, можно сказать, я не хочу никого обвинять. Могу сказать, что это 100% по моей вине. Открываю я в очередной раз комментарии, в очередной раз читаю, что вот ты уедешь, и, в общем, он будет тут и баб водить, и изменять, и так далее, и так далее. И знаете, когда это длится уже сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 5 месяцев, то, ну, в общем, я дура. Я взяла я и собираемся же уже ехать. И я говорю, слушай, совсем, ну, вообще так не кстати, это ссора, девочки, вообще не знаю, что делать вообще. Чё меня за язык дернуло? Даже вот, ну, думаешь о чем-то, вот и думай, вот. Проревела полночи. Говорю ему, мне еще так, ну, как-то так, ну, не то что в шутку, но с такой улыбкой говорю, слушай, мне тут подписчицы написали, зрительницы, что ты там мне изменять будешь и так далее. Ну, в общем. В общем, идиотка. Сначала не понял. А потом я говорю, ну, зрители вот пишут же, что я, мол, буду в Украине жить, работать, ты здесь, потому что нужно же есть обязательства, контракты и все в таком роде. Я даже, ну, не ожидала, что он так прореагирует. Он говорит, так я вообще не понял. Если ты больше веришь людям, которых ты вообще не знаешь, которые там всякую ересь пишут под твоими видео, кто-то намеренно, кто-то искренне, может быть, так считает, потому что, ну, как бы они нашу семью не знают лично, не знают, как мы живем и так далее. Но, говорит, если ты им больше веришь, чем мне, человек, с которым ты 12 лет вместе, 11 лет в официальном браке, говорит, тогда что ты вообще со мной делаешь рядом? В общем, так обидно стало. Так обидно, девочки, стало, вы знаете, от этой фразы, вот, что ты рядом со мной делаешь. Не знаю, сейчас, ну, может быть, у меня, как сказать, уже вот, ну, паника на тот счет, что, ну, ехать и все. Я даже не знаю, о чем я паникую. Не так вот там мне девочки писали, что это, ну, типа, не бойся, все летают. Я не сам перелет, у меня, наверное, сама вот эта вот, ну, сама вот эта дорога, все вот это вот беспокоит. Не знаю, тут так не кстати, так не кстати. У меня вот, знаете, девчонки, искренне хочу сказать, вот, когда мы, я так не люблю ссориться с мужем, потому что у меня не просто как бы, ну, настроения нет, или там каких, ну, как-то так. У меня вот атмосфера в доме меняется. Я вот всегда вспоминаю песню старую, престарую Ларисы Долиной «Погода в доме». И вот у меня, когда мы в ссоре, вот мы не здороваемся, мы не разговариваем, мы не едим вместе вообще. И, ну, в общем, даже вот, ну, как-то все, даже кошка, вот видите, реагирует.
Очень не люблю. Как-то другие, вот я. Может, потому что мы редко ругаемся. Не знаю, я и нет вот этого вот, ну, как бы привычки или как, не знаю я. В общем, я такая расстроенная. Вот, ну, действительно, ты не знаешь, кто тебе там пишет, зачем он это делает, зачем я вообще этот, вот, ну, казалось бы, не знаю я. Просто, знаете, я вот, когда ты не говоришь о каких-то вещах, о них никто не знает, и все думают то, что они сами там себе напридумывали. Потому что я никогда не афишировала то, что бывают такие моменты, когда там муж по работе уезжает и на неделю, там на 2 недели, приезжает только на выходные. Что когда вот я в Украине рассказывала про это, я говорила, что мы, когда вот мы в Украине, а он во Франции, мы чаще друг друга видим, потому что общаемся по WhatsApp. И чем когда мы во Франции, потому что во Франции мы созваниваемся. Нормально, нормально день прошел, там вечером, конечно, да, там едим, можем включить там WhatsApp, поговорить по видео и так далее, потому что днем-то он работает. И не будешь же там человек с клиентами или там с рабочими на объекте, ты же не будешь там сидеть, а, ну как там, давай по видео поговорим. А в Украине вечером мы всегда включаем, у нас так как традиция была вечером, включаем и фотографии посылаем друг другу. Ну, в общем, не знаю, зачем я это все затеяла, зачем я это все ему... Не переезд, девочки, не подумайте, что я здесь ничего не изменно, а вот этот разговор дурацкий, блин, он так обиделся. Настолько вот это его задело, что, ну, я вообще, говорит, как ты такое могла подумать, как ты, ну, в общем, и не перестал со мной разговаривать. В общем, вот так. В общем, вот так. Так что у меня такое настроение нулевое. Смотрите, какая погода вообще. Да, я вышла выглянуть, нет ли дождика. Сейчас за Миленочкой пойду. Пасмурно, все мокрое, влажно, неприятно. Лучше бы холодно было, но не вот так вот сыро. Не люблю я вот такую сырость. Дождь льет у нас целый день. Сейчас пойду за Миленкой. И, девочки, все равно все будет хорошо. Целую вас. Down to the ground, you're dragging me, it's constantly, no, I won't make a sound, I love the pain, it sets me free, it's wrong.